Всем привет! И с вами, как обычно, я, Сталкер-баннерщик. Это Сталкер Онлайн на СПБ-сервере. Продолжаем выживать, и я продолжаю пытаться открыть проводника Артура около шара. Ну что же, бежим за очередной посылкой. Надеюсь, сегодняшняя ходка станет последней. И мы наконец-то откроем. Как видите, я уже переоделся в обычную свою одежду. У меня Сталкер уже другой бегает на новой земле. Он переоделся в ту одежду, в которой... Там бегал другой чувак. Ну, как... Короче, все, они переоделись. Все нормально. Этот теперь бегает по зоне, а тот у меня чисто фармит конфеты. Ну, хочу нафармить, не спеша, еще на один магазин. Этот магазин я продал, у меня вот денежки есть, 29 миллионов. Ну, горки, к сожалению, нету. Что-то ни на доске, ни с рук никто не продает. Но я особо не тороплюсь. Деньги мне тратить некуда, поэтому рано или поздно она появится или на доске, или с рук я ее куплю. И все будет тип-топ. Пока бегаю вот старой своей экипировки. Ничего страшного. Ну что, давайте. Так. Поборники порядка. 1, 2, 3, 4. Сторонники хаоса. Да, последние. Хмырю. О, к хмырю нам надо. Так, к хмырю. Чё за хмырь? Чё-то знакомое, не могу сразу вспомнить. А, бандитская. В бандитском баре под ЛВЗ. А во время доставки нужно оставаться в сознании, если ты умрешь, что посылка будет потеряна. Так, ну что, очень даже неплохо. Очень даже неплохо. В общем, умирать нельзя, убивать всех можно, умирать нельзя. И добраться до Везувия. До ЛВЗ. Ну что. Там мы еще не были. А самое что интересное, каждый квест меня приближает к открытию проводника. Главное, чтобы они не повторялись, но пока, кроме Аркадия Ржавого, не повторялся ни один квест. Вот к хмырю мы еще не бегали. Ну что, побежим, да? Перейдем сначала на новогоднюю локацию. Так, ну что, вот я и на гурмане. Да, я заходил с гурмана. Так, ну что, нам надо на Везувий. Только есть одна небольшая проблема. Давайте посмотрим. Команду тайм. Сегодня суббота, 1 число, 19.15. 15 минут назад начались захваты. Соответственно, я там тупо не пройду. Шанс умереть очень большой. Если бы нельзя было стрелять, но можно было умирать, я поперся бы. Пробежали бы как-нибудь. Ну, не может быть, ни с первого, ни со второго раза. А учитывая, что умирать-то нам нельзя, шанс умереть там очень большой. Во время захвата переться на проводник. К этому, к Везувию. Там тупо не пройдешь. Пристрелили, да и все. В общем, принимаем волевое решение и топаем, наверное, через новую землю. Да, пойдем через новую землю. Ну, это да, конечно, дольше будет. Но зато будет интереснее. Ну, я надеюсь. Так, для этих целей нам нужно. Во-первых, крыса. Крыса у нас есть. Во-вторых, конфета ананас. Икра черная. Ну, в общем, без разницы. Белочек у меня тут нету. Да, у меня осталось там 12 белочек, но я их съел. Сколько смог съел, все остальное уничтожил через корзину. Потому что больше я этим персонажем на новой земле, ну, на новогодней локации бегать не буду. Копить ничего не буду. И эти вот эти белочки мне нафиг не нужны. Ну, и в итоге я решил от них таким способом избавиться. Но остались еще другие конфеты, да? Так. В принципе, все их можно понемножку трескать. Ну да, что на них смотреть, что ли? Конфета ананас, как собачья голова действует. Это перегруз, это... По тунге будем бегать. Водка, ну это как... антирад, шоколадка. Это здоровье, регенерация. Мандарины, это как печеная голова медведя. И красный, икра черный. Просто можно лопать. Это увеличение урона. Ну, а мед можно удалить. Он нам нафиг не нужен. Превращаться мы больше ни в кого не будем. Так, ну ладно. Я думаю, нам одной крысы хватит, потому что нам все равно умирать нельзя. Если мы умрем, то все, хана. Так, тут у нас что? Расход выносливости. Тут у меня две крысы даже активны. Значит, мы с тобой берем немножко мандаринов. Ну, давай, штук 10. И шоколадку. Штук 10. Так, мандарины сюда. Шоколадку. Вот примерно как-то так. И будем по дороге их кушать. Все, в принципе, готов. Патроны у нас есть. Контейнеры все заряжены. Одеваем сразу ОЗК, чтобы не париться. Ну, я под свою экипировку опять в ОЗК буду бегать. L1 я снял. Он валяется у меня на складе. Мне пока не нужен. Ну и все, потопаем. А, так, стоп, как это все? Мне надо купить себе... Да... У меня же нету рябиновки. Надо купить шприц один.
Вещи-то не особо теплые. Ну как, они теплые, конечно, но не особо. В общем, купим. Тем более у меня все равно закончилась она. Я время от времени все равно забегаю на новую землю, поэтому рябиновка мне пригодится. Что тут у нас стоит? 700. Деньги пока есть. Блин, 29 миллионов. Надо как-то все-таки поэкономить. Ну ничего, мы будем же теперь зарабатывать, поэтому я насчет этого париться не буду. Где у нас рябиновка? О, рябиновка. Поставим сюда. Так, и что надо взять? Ну, так как мы побежим на новую землю, давайте термо возьмем. Это термо возьмем. Что у нас еще? Майку, носки оденем. Шапку. Да, шапки хватит. Ну и на новую землю я теперь частенько буду забегать всякие там квесты. Фармить этим сталкером тоже можно. А, свитер еще. О, свитер. А где-то у меня был свитер. О, тут нету. Кому-то я свитер отдал. О, без свитера, конечно, не особо хорошо. Ну да ладно. Мы все равно на рябиновке побежим. Но свитер надо забрать у того сталкера. Можно сейчас забрать? Можно, конечно. Но ладно. Все, я готов. Двинули. Ну, двинули, в принципе. Главное не умирать. Самое главное, а там уже посмотрим. Так, стоп, там же тоже захватывает. Ё-моё. Постараюсь по краешку. Не думаю, что кто-нибудь со второго проводника ходит на психу, правильно? Ну, навряд ли, навряд ли. Если туда и ходят, там, с D6, там, с гурмана сразу туда. Ну, не с проводника. Ну, это точно. Так что тут особо можно никого не бояться, кроме аномалий. В общем, бежим через проводника, там на новую землю летим. Там по новой земле пробежимся. Там, в принципе, дорожка известная. Главное, в аномалии не умереть. Добегаем до Артема. От Артема прыгаем на Везувий. Ну, а там уже на Эгиду и с Эгиды на ЛВЗ. Ну, в принципе, жестковато, если честно. Одна неосторожная ошибка, и мы умрем. Но я постараюсь не умереть. Ну, а если провалим, ну, ничего страшного, будем дальше выполнять. Рано или поздно я все равно этого проводника открою. Тут уже дело принципа. Хотя он очень даже будет помогать в процессе выживания. Я же часто бегаю то туда, то сюда, там Тунга, Везувий, окрестности. И там как раз вот это завало ставит. И очень будет хорошо, по крайней мере, оттуда возвращаться. Сразу оттуда будем на гурман возвращаться. К примеру, на Тунге фармили. Нам нужно вернуться на тот же самый гурман. Мы бежим на новогоднюю локацию, там подходим к этому шару. Нас переносит к шару, но только уже в городе Любич, в обычном. Мы там берем точку сохранения, там раз, через ворота вышел, и ты уже где? Правильно, на гурмане. Также хабар удобно переправлять. В общем, с Везувия такая же петрушка. И, соответственно, он назад будет возвращать. То есть ты можешь скинуть хабар на том же самом вокзале, насколько я помню, потом подойти к этому Артуру, и он тебя перенесет обратно туда, на новую... Он, блин, запутался, это новогодняя локация, новая земля. На новогоднюю локацию. Оттуда ты уже выходишь на той же самой локации, на которую заходил. То есть, допустим, ты с Тунги перенес хабар, кинул все это примерно на том же самом вокзале. Потом вернулся опять через шар, и вышел через зазывалу на Тунге. И опять фармишь дальше. В общем, удобно. Туда-сюда ходить прям. Зачет. Ну, также и с Везувием. Удобно переходить. Не надо бегать. Не время тратить. Хабар удобно таскать. В общем, красота, да и только. Ну, это да, будет работать, когда будет город Н. Когда город Н закроется, это все работать уже не будет. Ну, в принципе, месяц, даже чуть больше месяца, ты можешь спокойно кайфовать вот так бегать. Потому что она того стоит. Правда, я хотел все это открыть до Нового года, но не получилось. Поэтому сегодня, вот 1 числа, мы бежим.
Хотя, в принципе, вот это сейчас поход, если все удачно сложится, может быть последним. И мы как раз откроем все. Ну, если не откроем сегодня, откроем завтра. Не откроем завтра, откроем послезавтра. В любом случае мы это сделаем. Отвезешь на аэропорт? На. Так, вот мы здесь. Хотел на Тунгуску, конечно, зайти. Но сейчас же захват идет, блин. Мне по квесту надо. Тогда облом. Облом, значит, облом. Это хорошо, что нам на Тунгу не нужно было посылку отнести. Так бы пришлось конца захвата ждать. Там бы мы вообще не прошли. И не только конца захвата, а еще полчаса после этого. Подождать, там все-таки народ туда-сюда бегает. Ну а здесь все сейчас спокойно, пусто. Мы прошвырнемся. Да, есть шанс, что на новой земле можно умереть. Все-таки там куча аномалий. Можно залететь. Но мы пойдем аккуратненько. Надеюсь, все получится. За Везувий-то я не беспокоюсь. Так, я готов к полету. У меня записка с новой земли. Полетели. Так, там пишет привет. И тебе привет, сталкер. Что у меня там чат маленький, да? Немножко растянем. Вот он никак не хочет сохраняться. О, да ладно, тут собаки обнаглели, прям к этому подходят. Так, стоп. А давай-ка мы чайку попьем. У Зинаиды Фадеевны. Действительно, на халяву. Лишний раз укол. Он, правда, не стакается, но все равно это халява. Откуда ты знаешь, что я снимаю? А, ну да, я всегда, когда бегаю по зоне, всегда веду репортажи. Это точно. Чаю? Да, я бы не отказался. Давай глотнем чайку. Ну вот, халяву получили. Так, пойдем, да, наверное, самым таким простым путем. Ну, через подлодку, там вот по краешку, потом раз. То есть, по самим аномалиям мы, понятное дело, не полезем, у нас же... Цель другая все-таки. Тихо. Потом разделаешь кровотечение. Так, ну давай-ка, наверное, перекусим. Апельсина и шоколадку. Так, апельсина — это вода. То есть, по факту, мы пьем, едим. Пьем и едим. Нормально. Обморожение, конечно, бьет, но я все-таки более-менее так одетый. Ну, хотя бы чуть-чуть, да. По одной, по две единицы она будет прибавляться. Так, здесь у меня посылок вроде нету. О, а на Артеме у меня как раз есть посылки. Можно как раз кое-что сделать. Ну, голову больших медведей отнести, обменять на персик. Но я даже не знаю, стоит. Их лучше на Тунгу отправить. Квесты проходить. Кровохранилище. Ладно, сейчас поглядим. Что тут у нас? Тут ничего нет. А, так я уже те посылки открывал. Их надо просто отнести. Так, ладно. Тут нам, в принципе, ничего не нужно. А есть какие квесты взяты? А, есть челюсть собак, но мы их не будем сейчас стрелять. Хвосты гигантских крыс тоже есть по квестам. Но мы не будем сейчас их стрелять, это, в принципе, нам нафиг не нужно. Вот разве что возьмем спички. Спички у нас есть, древесину возьмем. Костры мутить. О, костры. Я не помню, там есть у нас у Артема костры. Вот если нет, то мы как раз там все оставим. Ладно, погнали. Давайте доску посмотрим. Не, горку четвертую не продают. Но я помню, вот не просто же так я решил продать магазин и купить доски горку. Потому что висели горки на доске. И помню, что по 15 лям. И куртки, и штаны. Какое-то время их прям полно было. Но мне тогда не нужны были они. А сейчас вот они пропали. Но рано или поздно все равно кто-нибудь на доску вывесит. Если меня будет цена устраивать, я куплю. Не знаю, хватит ли мне на штаны и куртку, но если там цена будет больше 15 миллионов, там, может, миллионов 17, но мало. Я тогда в приоритете, у меня покупка куртки. Штаны пока. Штаны можно и мабута одеть там, да, и штаны с карманами. Там два слота.
А куртка только спецовка, она беспонтовая. Вот. Так что в приоритете покупка куртки сначала, а потом насобираем еще на магазин на один, правильно? У меня же 80 белочек имеет. У другого сталкера. Да-да. Уже 80. Поэтому 600. Не спеша, каждый день будем просто бегать, эти двери выполнять. Собираю еще на один магазин, и там уже тогда купим штаны, это у меня еще деньги останутся. Поэтому я насчет этого особо не парюсь. Но это все равно в разы лучше, чем покупать, вернее обменивать у Джонни ту же самую куртку или штаны по 900. Это только одна часть. Там. Или куртка 900, или штаны 900. То есть это целый комплект, это 1800. Есть ли разница? Или почти... Это равняется магазину за 600. Но разработчики же не решают, что у них тут происходит, какие цены, что да как, что актуально, что нет. Поэтому такие и тупые цены на разные вещи. А тогда мне вот один сталкер говорит, лучше бы ты его обменял, этот магазин, то есть не продал с доски, у меня же его сразу купили. Во-первых, я, наверное, все-таки дешево выставил за 25 лямов, за 26. Там комиссия 700, ну, по факту 25. Мог бы и за 30-ку, ну, я не знал, купит за 30-ку, не купит. У нас все-таки СПБ сервер, у нас тут с торговлей, ну, немножко туговато. Ну, да, наверное, все-таки я немножко продешевил, надо было подороже. И, в принципе, можно было постоять на гурмане, покричать, тупо обменять этот магазин на комплект горки. Так было даже проще, наверное. То есть продать, ну, может быть, сложно будет там купить тоже. Я уже второй день бегаю, никак не могу купить. А вот обменять, я думаю, было бы неплохо. Кто-нибудь бы пожертвовал своими куртками, штанами, ну и приобрел бы магазин. Это, в принципе, был бы равнозначный обмен. Тоже на то же. Но ничего страшного. Деньги-то у меня он есть, так что в любом случае я уже в плюсе. По-любому себе что-нибудь куплю. А чем мы сегодня-то без спинга бегаем? А я не знаю. Я просто смотрю, меня чуть откидывает. Просто интересно, как выпинг. Ладно, бежим таким вот ружным макаром, только мы забыли, знаете что? Опа! Не забывай, ты же без теплых вещей, а что-то бегаю, кайфую, да там. Не стоит забывать, что без рябиновки ты тут долго не покайфуешь. Самая сложная часть пути, это, наверное, до Артема добежать. Ну да, в аномалию никого не вляпаться. Там-то попроще будет, ну чё бы. Ни разу не ходили на Везуви. Везуви. Не ходили. Мутанты там страшные добежали. Ну, конечно, такой крюк я, блин, делаю нехилый. Ну, я вот выбрал, видите, не то время, не то место. Через захват идти, это верная смерть. Хотя можно было, конечно, рискнуть, но нафига. Пробежим здесь сейчас, может быть, как раз действительно обменяем голову медведя. У меня там, кажется, даже шкуры лежат. Ладно, поглядим, посмотрим. Сейчас надо сконцентрироваться на аномалиях, чтобы не влететь. Странно, тоже надо посмотреть. Медведь может быть, но медведя мы будем обходить. Потому что я не уверен, что я его калашей убью, а рисковать мы не будем. Так, поэтому перелазим здесь по краешку и в обход идем, смотрю по сторонам. Хотя медведь может и здесь гулять. Ну да, ну да. Прям около края. Валай тут его встречу. Мы почти уже на месте. Я с головой не затупить, не влететь в аномалию, тут их все-таки поменьше. Ряд как назло где-нибудь медведь будет ходить и убить его. Вон он, видели медведь? Блин, вот ты злодей, а! Ты бегаешь, ищешь медведя, нифига нету. Тут, блин, когда не надо, медведь ходит.
Я рисковать не буду, он, скорее всего, меня сожрет. А умирать не надо никак. Мы уже почти около цели. Ах ты, злодей. Ходит он такой, да. Ходит он, значит, такой. Не, можно сделать так, сейчас добежать до Артема, сделать перерыв, но у нас же не по времени, нам главное не умирать. А у меня тут сталкер. А где он? А, он на дорогом респе, это бежать опять. Эх, он же был на Артеме, но мик скачет. Но мы что-то недавно шарились, медведя убили, две головы добыли и пошли к Борису. Он оттуда, там у меня стоит. То есть можно пробежаться, ну ладно. Последний медведь, что ли? Не будем, может, поворачивать. Конечно, медведя я давно не проходил. Раньше бывало, да, когда пулемет еще не был. Да и сейчас я, в принципе, знаю, как калашей его убить. Четыре магазина, главное, выпустить. В целом можно было попробовать. Тем более у меня... А психи с собой у меня нету? Нет, я психи не знаю. Ну ладно, все равно, в любом случае можно было попробовать. Я бы сейчас еще апельсинчиков покушал, здоровье все увеличил. Вот, но шанс умереть все-таки был, поэтому лучше не рисковать. Получается, что мы этот путь тогда напрасно сделали. С этим пасынком. Ты, конечно, злодей. Чувствует, что ему ничего не грозит, ходит. Так, одна минута, нам надо не забыть стакнуть. Хотя, с другой стороны, стака не стакай, в принципе, смысла нету никакого. Мы тут уже почти добежали. Ну, в принципе, да. Даже если мы стакнем, ну, смысл-то от этого. Мы потом уже пойдем на Везувий. 53 секунды. Что, успеем добежать за 53 секунды? Да должны. Там же еще какое-то время мы будем замерзать, то есть... Если что, мы можем в туннеле костер развести. Ну да, вообще не проблема. А тратить укол смысла нет. Вот я купил маленький. 700. Подорожал. Раньше, по-моему, по 500 стоит. Но это давно, я 100 лет не покупал. У меня где-то еще валяется, только у другого сталкера надо его забрать. Все равно особо не ходит. У него теплые вещи есть. Ну, действительно. А вот у него там, кажется, полный шприц. Ладно. Прорвемся как-то. 12 секунд осталось. Так, а где будем входить? Собак я не хочу лишний раз трогать. Фига. Давай их просто обойдем. Так, 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 смотрим. Смотрим аномалии вроде нету. Не, есть один, но мы их обходим. Все, мы начали замерзать, но это не страшно. Так, стоп, оп. Нет, нет, сталкеры. Ни за что на свете. Не надо умирать. Вот еще аномалия. Ох, тихо, тихо, тихо. Ну как-то пошли. Немножко не так. Ну да ладно, там собаки были. Обошли. Ну вот мы вышли на дорогу. В принципе, я думаю, да, мы тут добежим. Если что, мы можем костер там развести. Это вообще не проблема. Можно было, конечно, забежать погреться. Но это не важно. Почти дошли. Но не стоит расслабляться. Вдруг мы сейчас каким-нибудь тут вражин встретим. Всем холода у нас нормально, кушаем. Ну а что, зря мы эти конфеты собирали. Теперь их только лопать, ну использовать по прямому назначению. Ну, какое-то время я не буду их прям сильно прям активно так тратить. Вот когда буду выживать, время от времени буду их лопать, таскать с собой. В целом нормальная тема. Были бы еще какие-нибудь конфеты от холода, вот почему не придумали, кстати. Добавили бы еще чуть, не знаю, там, мороженку, к примеру, да, там. Эскимо какое-то на палочке. Съел эскимо, и ты какое-то время сопротивление к холоду имеешь. Вот тогда, да, можно было прям поохотиться за этим эскимо. А что, логично? Новогодняя сладость, эскимо. Съел, и там, ну, допустим, ну не минута, сколько, эти сладости идут на 26 минут. Ну ладно, фиг с ним.
Настолько бы никогда не сделали, да, на 30 минут. Ну, хотя бы там, минут на 15. Съел одно эскимо, и 15 минут ты не замерзаешь. Да, ну, такой бы не сделали. Это же рябиновку никто покупать не будет. Ну, это точно. Ну, а если бы у нас было более лояльные хозяева зоны, именно к игрокам, то они бы замутили бы такую тему. Все равно они же конфеты не вечные. Вот тогда, да, можно было побегать бы. Эта экономия офигенная была. Ну ладно. Давайте не будем о грустном. У нас зона. У нас опасности и все остальное. Так, ну что? Мы добежали, в принципе, до точки сохранения. Почти можно сказать, что мы на Эгите. Ну там, чуть-чуть еще осталось. Так. Что у нас тут? А, вот шкура полярного медведя. Я думаю, что тут у нас лежит? Полярка. Но это нужно отнести. Ладно, сейчас не будем относить. Че, с одной шляться? Не к спеху. Но это денежки. Это денежки, поэтому тут лежат. Давайте посмотрим. Что. Я время от времени доску чекаю. Рано или поздно куплю. Кто-нибудь да выстрелит. Все. Привет, чувак. Так, у меня есть билет. Примешь? Поплыли. Вот мы на визе. Ну а тут дело техники. До Гиза добежать, а там до ЛВЗ. Тем более мне квесты как раз надо выполнить. По дороге выполнить. Ой-ой-ой. Тихо-тихо. Ой, здесь, наверное, останемся. Поищем стабики. Ой, какие стабики. Щиты поищем. Парочку найдем. Все-таки артефакты нам скоро придется искать. Мои запасы, которые я собирал перед Новым годом, они понемножку заканчиваются. Где-то еще квестов на 5 еще остается. И все. И надо будет новые собирать. Но там в основном резины нужны. И щиты. В стабиках и подушек мне еще, блин, не на 20. Там прям контейнер забитый. А вот резины с щитами, они уже заканчиваются. О, резины, я знаю теперь где находить. Это караван, там этих резин куча. В общем, с резиной, я думаю, проблем не будет. Осталась проблема с щитами. Да, щиты все-таки пореже встречаются. Тоже надеюсь, что все нормально. Теперь будем активно опять бегать. О, медведь. Так, не будем. Ну, конечно, мы его убьем, но сейчас цель не в этом, да? Не убить медведя, а добежать. О, на хворостовке дико дивитесь. Недавно хотел пробирок купить, а тут, блин, варги сидели. Доктора, понятное дело, не поставят. Может быть, если дикой дивизии, то долго просить поставить доктора. Тут что удобно, не нужно покупать пробирки. В ДК купил здесь, если доктора поставили. Отнес, и все, и меняй, пожалуйста. Осталось только части медведя там. Кого-то другого принести. И, пожалуйста, меняй на здоровье. У меня голов еще медведя нормально так осталось, но я уже голову медведя не буду на пробирке менять. Это я верлёками займусь. Хочу тоже пару ходок сделать за верлёками. Пока действует прием. Это же две, ну не две там, в общем дофига лоб будет выпадать. С этим не поспоришь. Поохотиться на верлёк, взять квест, убить 300 верлёк и прям глобально так засесть. Верлёк покошмарит. И вот их уже на пробирке. Так, ну что, пол дороги мы прошли, да, даже уже больше половины. Осталось последний рывок, отсюда дойти до ЛВЗ. Так, что, квесты возьмем? Стакнем их. Доктор Дом. Давайте возьмем. Нет, это у нас взято уже. Это тоже взято, в общем, все взято. Так, посмотрим, что у нас лежит. Ничего нам не нужно туда тащить, да, в принципе, ничего. А, вот. Ксюхи, ксюхи. Так, головы. Руки всякие. Да, в принципе, ничего не нужно, ксюхи. А, оттуда, может быть, мы на радиовышку как раз. От перегрузки. Эх, забыл положить костер с древесиной. Ты, ё-моё, ну что ж ты, ну специально же взял. Забыл. Ладно, потопим. Рванули. Так, тут все захваты кончились. Да, тут захваты все кончились.
О, у нас атмосферная погода появляется, выброс пепла. Давайте подальше. Чтобы на нас бесы не сагрились. Но стрелять мы их не будем, мы сейчас тупо от них убежим. А нафига это? Не, ну как бы нужны, но не сейчас. Устанут бежать. Ну да, они развернутся. А у нас же всякие конфеты есть. Мы, если что, конфету заточим и рванули еще быстрее. Давай шоколад. Шоколадка обеспечивает, насколько я понимаю, быструю регенерацию здоровья, да? Так, ну кабанов надо кошмарить, чтобы они... Бес отстал. Ну что, если по дороге ничего сверхсекретного и всех опасного не произойдет, то, в принципе, добежали. Ну, давайте не будем говорить гоп, пока не перепрыгнем. Ну вот за эту доставку... за эту доставку тоже белочки дадут, а я их лопал. Я, кстати, об этом не подумал. Тогда могло бы мне хватить. У меня осталось 12 белочек после обмена. А я часть лопал, часть уничтожил. А тут же тоже дают белочки. Ну, мы не ради белочек, но в целом. Я же этими посылками мог бы как раз набрать на какую-то ремку. Но сейчас-то уже поздно собирать. Значит, мы их оставим и будем лопать, как крысы. Ну, в критической ситуации, когда у нас крыса, допустим, кончится. И не будет, допустим. А нам нужно пробежаться. Мы будем белки кушать. Да, что-то я об этом не подумал, но не знаю. Ладно. Эти белки, которые мы получим, мы оставим, будем с собой таскать. Чисто вот для таких случаев. Когда вдруг крыса там не всегда бывает, раз кончилась. Раз. Белку сожрали, побежали. Ну, конечно, плюс в том, что она не выпадает. С этим никто спорить не будет. Точно. Но, может быть, сегодня у нас последняя сейчас доставка. И у нас проводник откроется. Тогда мы больше не будем носить. Ну, нафига. Так, кушаем конфетку. И погнали дальше. О, тут давно никто не бегал, смотрю, кабан. Но... Мы их трогать не будем, я уж почти прибежал. Поэтому пошли нафиг. А вот на обратном пути, если пойдем, можно будет за ним поохотиться. Часто и шкуры будут хорошо выпадать. О, кстати, да, мне шкуру надо прям так нормально собирать. А то вечно у меня этот квест висит. Ну, который на болоте. Со шкурами собак, шкуры кабана и хитинверлёв. С кабаньими шкурами вот немножко проблемы есть. Но покупать их как-то неохота. Вот. А выпадать они чуть не особо выпадают. Но сейчас-то они, конечно, получше выпадают. Можно на весе даже немножко поохотиться. Почему бы нет, все равно тут бегаешь туда. Ну что, неужели мы добежали? Ну, можно сказать, да. С гурмана, окружными путями. Все-таки мы добежали до ВВЗ. Это, конечно, было интересно. И не умерли. Сейчас такой спотыкаюсь, падаю. Ломаю ногу и умираю. Вот это будет много. Да нет, не должно. Все, мы на месте. О, хмырь, привет. Мы же тебе посылку тащим. Тебе посылка, прими, распишись. Отлично. Давайте смотреть. 40 тысяч денег, 22 800 опыта выживания. У фракции барыг увеличилось на 20, у бандитов увеличилось на 100. Всего две белки дали. Я думал, хотя бы 4 дадут. Ну и ладно. Так, ну что? Неа, нифига. Никаких сообщений от Катакуара нету. Что ж, придется еще бегать, а то я уже по четвертому кругу пойду. Ну что же, но это уже в следующий раз, конечно. Плохо, 161. О, копилось что-то. Можно купить. Что, на МАК-10 купим или на 8? А может быть на глупо собирать? 3000 данных. Мойсберг. Ладно, на этом все. Наше выживание закончено. Мы донесли посылку, но, как видите, еще нужно проходить. Всем пока. Увидимся в зоне. До встречи.